Всем привет! И сегодня мы с вами в Хихоне и посмотрим очередной район для жизни Хихона. Это будет Монтевиль. Такой в большей степени спальный район. Находится в южном районе Хихона. И достаточно небольшой. Вот поехал автобус. Ну, приблизительно, я думаю, около минут 20. Вот еще один автобус поехал. Около минут 20, если пешком до центра, то есть не особо далеко. Ну и, наверное, полчасика до пляжей. Район этот небольшой совсем, поэтому я вам так покажу, просто делаю обзор всех районов, постепенно собираем их все вместе, как коллекцию. Поэтому его тоже сюда же и включаю. Вот. Тут несколько парков даже в таком небольшом районе. Буквально несколько улочек идут параллельно. И вот парки и все прочее. Вот. Цены в них на покупку достаточно дорогие. По крайней мере, что сегодня смотрел, стоило порядка 120 тысяч. Вот, ну, дома, вон, увидите, такие достаточно новые. Название будет района Монтевиль указано в названии ролика, то есть вы спокойно вводите на Google картах, и вам высветится, соответственно, весь этот район. Вон, гуляют с детьми, вон, на качели качаются дети. Ну, а мы идем. Посмотрим. Вот такие вот велодорожечки. Район достаточно новый, как я уже сказал. Граничит с Контроэсес, Пумарин. Ну и можете увидеть, да, он действительно находится в южной части Хихона. Хихон-Сур. Вот такая вот улочка, это, можно сказать, основная в данном районе. Он весьма такой компактный, в большей степени, как я и сказал. Ну, достаточно спальный район, то есть тут уже нет суеты центра. Ну, а для жизни весьма хорошо, ну, как мне кажется. Я вам сниму название улиц, чтобы было понятно, да, где мы находимся. Может, кому-то приглянется. Ну, допустим, кто-то может, допустим, арендовать захочет здесь или еще что-нибудь. Ну, или купить, кто его знает же. Вот, поэтому я показываю. Но в целом, как уже повторюсь, цены, ну, достаточно высокие, по крайней мере. Ну, не прям маленькие, то есть по сравнению с другими такими районами соседними. Там есть и подешевле. Но тут, на мой взгляд, ну, жилье поновее. Поновее сами строения. Поэтому вот так. Ну, опять же, дешевле будет, наверное, чем... Ну, не наверное, точно, чем в центральных, допустим, каких районах, в схожих домах. Поэтому вот так вот. Вот подземная парковка. Ну и такой у нас майский вечер. Ну а здесь, видите, домики идут с такой вон территорией, с зеленым забором. Я так видел мимоходом, там баскетбольная площадка, в общем, такого плана. Ну поэтому понятно, да, что, ну, какие новые строения, то есть со своими территориями, они, естественно, и стоят дороже, ну и в обслуге, соответственно, тоже дороже, поэтому... Поэтому так, но в целом ничего не мешает ходить, гулять, в общем-то, там, где вы хотите.
Ну и, соответственно, в новых районах, как правило, уже предусмотрены и велодорожки. Ну и какие-то иные плюсы, как придомовая территория достаточно большая со своей зеленой зоной. Ну, вот здесь, вон, смотрю, выгуливают собак. То есть и для собак здесь радость. Парк для собак. Ну как парк? Ну да, парк в принципе для собак. Или площадка. Школы непосредственно здесь тоже находятся рядышком. В том же Контруэсисе есть. Ну в целом, то есть тут он очень небольшой район и переходит из одного в другой очень, так скажем, быстро. Но тем не менее я снимаю все порайонно, все как, так скажем, он Каэдехапон. Все потихоньку, но обстоятельно. Меркадона большая, вот, пожалуйста, это вот она, все идет. Ну вот здесь же расположена Алимерка неподалеку, ну мне прям людей сильно близко снимать не буду. Вон кафе, кстати сказать, заполнено. Вот, ну и так люди гуляют, соответственно, по улице достаточно в большом количестве. Не буду их, так скажем, вводить в смятение. Ну, вон еще одна зеленая зона. Ну и вот такие вот домики вы видите. Вот тут кафе идут и дальше. Это мы с вами идем по улице Веласкеса. По основной улице данного района. Тут разбивается дорога на две части, опять же, таким вот газончиком. Вечер, уже 7 час. Отличный майский вечер в Хихоне. Ну тут вон прям, можно сказать, вся улица в столиках усыпана. Ну и вот еще одна зеленая зона. Еще один парк. Ну там вон идут уже различные различные снаряды, что ли, для игры. Лазилки, лесенки и тому подобное. Вон, кстати сказать, и школа. Вон она, школа. Обычная, вон туда идет еще зеленая зона. Ну, вон там качели, детей много. Я прям ходить снимать туда не буду, и так понятно. Ближе к вечеру дело, все выходят погулять. Снова мы вышли на улицу Веласкеса. Ну, уже заканчивается район. Буквально вон там начинается Кортенглес. Эль Кортенглес. То есть мы уже надо туда сходить, за какими покупками, вещами, что надо. Такой вот достаточно уютный, на мой взгляд, райончик. Весьма приятный. Новый достаточно. Монтевиль. Банки. Один, вон второй. Ну и вот мы подходим к концу уже района. Вот здесь такой шумной автострадой он заканчивается, оставаясь он позади нас. Позади нас туда и влево. Вот ту часть мы прошли. А здесь уже Эль Кортенглес. Уже тут не проспект. Ну и, в общем-то, другие районы, часть из которых вы уже можете посмотреть в моем плейлисте. Ну а часть еще сможете посмотреть в дальнейшем.
Ну что ж, на сегодня будем прощаться. Вам желаю всего хорошего. До новых встреч. Пока.